Вы знаете, я полагаю, что российская журналистика оказалась в кризисе в 90-е годы, когда она вся оказалась подмята олигархическими группировками. А потом она нормально развивалась. Сегодня российская журналистика не находится в кризисе. Она просто развивается так, как развивается общество. В обществе происходит политизация. В обществе все больше и больше дискуссий, споров. И журналисты все больше и больше занимают ангажированную позицию, потому что общество занимает все больше и больше ангажированную позицию. Свобода слова существует не для журналистов. Она существует для общества, которое выражает свою свободу слова через журналистов. Поэтому мне кажется, вот это вот как бы большая предвзятость, больше ангажированной журналистики просто отражает существующее общество, а значит является выражением не болезни, а здоровья общества.